Привет. Люди часто задают нам вопрос, до каких пор можно заливать фундамент? На самом деле, работы по фундаменту можно выполнять почти круглый год. Если быть точным, то температура воздуха, которая опускается ниже, до минус 5-7 градусов в ночное время. Для того, чтобы залить фундамент поздней осенью, всего лишь нужно добавить необходимые добавки, противоморозный бетон, которые позволяют вам выдавить воду из фундамента, из бетона в случае мороза. Также существует проблема проезда, которая пугает обывателя. Но в нашей фирме эта проблема решена, причем решена самой фирмой, а не переложена на плечи клиента в финансовом плане. Мы используем полноприводные машины, ленту подачи и бетонопогрузчики для проезда к вашему участку, если расквасило землю. Мы утепляем верхний слой фундамента и укрываем его от атмосферных осадков и непогоды. Если вы не спешите со строительством дома, и у вас не отложена вся сумма на это, то в нашей компании мы рекомендуем вам в первый год залить фундамент, сделать соколь, развести в нем канализацию, утрамбовать землю и накрыть это гидроизоляцией. За зиму грунт осядет, и вы получите твердое основание для строительства вашего дома. Уже в следующем году мы сможем продолжить строительство на вашем земельном участке. Как раз за зиму осядет грунт, что особенно актуально при высокой высоте соколя. Чтобы не применять удорожающие противоморозные добавки, вам нужно успеть залить фундамент до морозов или заключить с нами фундамент, договор на устройство фундамента до морозов. У нас не будет подорожания. По статистике мы работаем до середины декабря по фундаментам, в зависимости от погодных условий. И еще напомню, осталось лимитированное число мест по нашей акции «Счастливая осень застройщика» с расширенной гарантией и дополнительным усилением основания. Успейте заключить договор до зимы, и мы зафиксируем все наши цены до ранней весны. А ранней весной мы сможем продолжить строительство. Также напомню, что зимой мы можем возвести для вас коробку из аэробела. По нормативам кладка на клее блоков аэробел ведется до минус 15 градусов. И напомню, что скидки на работы в зимнее время составляют 15%. Также зимой мы даем скидки на кровельные работы в размере 8%. И предоставим вам свою возможность закупать материалы по нашим дилерским ценам. А на сэкономленные деньги вы сможете заказать у нас барбекю, забор, беседку или благоустройство. Еще раз добавлю, мы сейчас уже начали фиксировать цены на строительство весной. При заключении с нами договора цена не вырастет весной ни при каких обстоятельствах. До новых встреч. Всем пока.